Сейчас я продемонстрирую систему свой-чужой. Все, дверь закрылась. Ее не открыть. Отходим. Оп, все, она открыта. А здесь есть такой вот рычажок. Ну вот. Видите, сверху поднял, она открывается. Всем привет! Сегодня хочу изготовить интересную и нужную вещь для калитки. То есть сделать такой замок, который бы открывался без ключа и по системе свой-чужой. То есть своего пускал без проблем, а чужого не пускал. Что мне понадобится? Вот круглячок, восьмерочка, обрезок уголка, какой-то кусок металла приваренный, буду из него выпиливать детали. Трубка, и тоже вот отрезок листового металла. Сейчас все это напилю, заготовлю, чтобы не тратить ваше время, и продемонстрирую, что у меня получилось из запчастей. Буду делать тот самый хитрый потайной механизм открывания калитки. Ну, предварительно, что получается. В общем, вот такую деталь изготовил, вот обработал уголок. Привариваться это будет все на проволоку. Такой механизм закрывания, как бы защелка получается. Сейчас это все приварю и уже буду настраивать по месту на самой калитке. Вот делал я на скорую руку. Вот такую вот систему. Все будет нормально работать, я уверен. Неубиваемая тема. Кстати, столбы кривые, это уже я так купил дом. Они забетонированы были криво, шевелера. Поэтому пришлось вот так вот делать. Как это работает? Вот, сейчас я продемонстрирую систему свой-чужой. Все, дверь закрылась. Ее не открыть. Отходим. Оп, все, она открыта. А здесь есть такой вот рычажок. Видите, сверху поднял, она открывается. Система антиугонная называется. Еще здесь вот какую-нибудь тряпочку повесить, чтобы его не видно было. И вообще так надо аккуратненько раз. Получилась классная система. Сейчас покрашу все это дело. Вот так изнутри все это выглядит. Из всякого хлама собрал вот такой вот интересный замок по системе свой-чужой. Кусок профтрубы, он не перекручивался туда-сюда. Проволока, здесь тоже кусок трубы приварил. Здесь ограничитель, чтобы дальше он не поднимался, не выпрыгивал отсюда. Вот. И педалька, на нее тык, ногой поднял, все, дверь открылась. Все очень просто, получилась такая хитрая защелка. Оп, все. Дверь закрыта. Вот как-то так. У меня замок, если куда уезжаю, это вот если вот вышел куда-то в магазин за хлебом. Быстренько закрыл. Все нормально. Если я дома, я еще на этот засов закрываюсь. Кому понравилось видео, не забываем ставить лайки. Желаю всем удачи, успехов. Пока-пока.